Всем привет еще раз. Как быстро сварить свеклу за 10 минут? Сейчас вам покажу. Очень просто. Хочу сделать свеклу чесночком с майонезом на завтра. Вот. Наливаем туда водички. Полстаканчика. Вот. Мой стакан у меня маленький. Завязываем. И протыкаем пакет. Раз 12 по всему пакету протыкаем, чтобы у нас туда воздух попал. Все проткнули. Сейчас мы поставим в микроволновку. Смотрите, капустки посолила немножечко. Было у меня. Сейчас поставим на 10-12 минут. Вот. Вот свеколка. Сейчас мы достанем, проверим. Тарелка очень горячая, ребятки. Вот, проверим. 2 минуты осталось. 2,5. Если готовая, то ее сразу же погружаем в холодную эту воду. Ну вот, свекла у меня сварилась ровно 10 минут. Они небольшие свеклы, ровно 10 минут в микроволновке. Вот, быстро. Я уже давно не готовлю в кастрюле, чтобы все долго, блин. Нет, все, окей. Ну вот, такая вот у нас свекла с майонезом и с чесночком получилась. Хлебец. Берем вот такие пшеничные, луковые у меня хлебцы. Вместо хлеба и намазываем. Очень вкусно получается. Готовьте вместе с Настей.